что доставили на работу афиши в коробках разного формата, напечатанные. И вот заметила, что каждый раз, когда нужно открывать и смотреть на свое детище, просто такое волнение охватывает. Во-первых, ты открываешь и просто думаешь, нормально ли все пропечаталось, вообще как это выглядит вживую, потому что ты не можешь все равно до конца представить нормальные размеры. И, в общем, когда ты открываешь и видишь, что все хорошо, что да, все получилось именно так, как ты хотел, как было в твоей задумке, просто такое какое-то умиротворение охватывает и радость, не знаю. В общем, все получилось хорошо. Сегодня пятница, вторая половина дня, скоро я доработаю. И вот, я буду отдыхать. В общем, просто счастье, счастье. Could be. Сегодня, знаете, была немножко в шоке от новостей про мою коллегу, которые рассказывались у нас за обеденным столом. В общем, коллега от нас ушла где-то месяц назад, и я с ней поддерживала, ну, абсолютно такие, знаете, уважительные отношения. Как выяснилось-то, про нее мне рассказали просто какие-то жуткие вещи. Мало того, что она абсолютно никакую работу не делала, только жаловалась, я ябедничала руководству на всех. Так у нее еще нашли, представляете, блокнот, в котором она делала карикатуры каждого, каждого сотрудника. И мало того, что она делала как бы карикатуры, она еще и писала какие-то отвратительные вещи. Ну, не знаю, типа того, что... Вот у нее там прыщ выскочил огромный, или она оделась сегодня как попало. И знаете, ну во Франции, ну я думаю, как и в России, наверное, это вот реальный повод для такого увольнения с треском. Ну, увольнять ее не стали, она ушла сама. Потом все, как выяснилось, вздохнули с облегчением. Ну и вот сегодня выяснилось вот такие вот вести про нее. И вообще меня спросили, что «Мария, что у тебя такое удивленное лицо? У тебя есть ощущение, что мы говорим про какого-то другого человека, не про эту девушку?» Я сказала, ну да, потому что я как бы я с ней не общалась, и я вот этого всего ужаса и не знала. Я поддерживала с ней абсолютно такие нейтральные, профессиональные отношения. И все-таки, знаете, я не из тех людей, которые вот на работу приходят, чтобы пошушукаться, как они провели свой выходной или какое платье они хотят купить. Нет, ну, во-первых, как бы это гарантирует вот такие вот чисто деловые отношения с коллективом, то, что я не буду свое время тратить, свое драгоценное рабочее время на то, чтобы, о какой-то ерунде поговорить. И, во-вторых, это, конечно же, мне тоже гарантирует, что никаких поводов не будет ничего плохого про меня сказать. И мне кажется, я дальше так и буду сохранять свою вот такую вот тактику чисто рабочих отношений и сохранять вот эту вот уважительную дистанцию, которая относится абсолютно ко всем членам нашей команды. Стоимость этого макета, в смысле, она изменится или нет. В общем, стоимость не изменится, и мне разрешили его делать. Я так рада, правда. И, в общем, смысл в том, что если вы любите свою работу, например, как это в моем случае,
то я не буду ни в коем случае не отлынивать от своих дел, я не буду пытаться, ну, сократить количество работы, которую мне нужно сделать. Нет, я наоборот предлагаю какие-то идеи, я наоборот сама себе работу добавляю. И меня это устраивает, мне это нравится. И вот сейчас я закончила рабочий день. Я уже, наверное, жду, не дождусь, когда будет завтра, чтобы приступать к своим макетам, к своим дизайнам. Такое, знаете, интересное чувство, когда ты полностью всем доволен, тебе охота работать просто 24/7.